Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хотела бы в своем видео, ну, во-первых, подвести итоги прошедшего времени, а во-вторых, рассказать о планах моего канала на следующий год. Ну, если говорить об итогах, то самый главный итог – это вы, мои дорогие друзья. Я никогда не думала, что познакомлюсь с такими интересными, талантливыми людьми. Я очень люблю приходить к вам в гости. Спасибо вам за ваше видео. Многими из вас я просто восхищаюсь. Многие стали мне очень дороги. Ну, а если говорить о предстоящих планах, то могу сказать только одно, что в этом году я... Ну, вообще, мой год делится, как правило, на два периода. Один совершенно такой длинный, а другой маленький, короткий. Так вот, длинный у меня начинается в феврале и заканчивается в октябре. И это у меня идет подготовка к дачному сезону, сам дачный сезон, сбор урожая, подведение итогов. Ну, естественно, в это время я снимаю фильмы не только о даче, но и какие-то другие. Но... В основном это вот, да, такие дачные истории. А вот короткий период жизни у меня начинается 1 ноября, когда выпадает снег. И, честно говоря, я очень люблю этот период, потому что этот период для меня очень радостный. Ну, во-первых, это начинается подготовка к Новому году. Ну, а я, наверное, в душе ребенок. И поэтому мне очень нравится этот праздник. Ну, а чтобы растянуть удовольствие, я начинаю готовиться еще задолго. Поэтому вот 2 месяца – это только-только, чтобы получить удовольствие от праздника. Ну, я думаю, что, в принципе, многие из вас, несмотря на то, что мы с годами стали уже с каким-то оттенком скептицизма, и уже не так уж верим в какие-то сюрпризы. Однако же, я думаю, что многие из вас в душе надеются, что в новом году будет очень много интересного. И Новый год принесет много удовольствия, много радости. Я очень прошу вас, вот вы относитесь к Новому году. И ждете ли вы сюрпризов на Новый год? Ну, и еще мне связан этот короткий период тоже с прекрасными такими вещами. Начинается для меня театральный сезон. Я очень люблю ходить в театры, и я с удовольствием буду вас информировать об интересных спектаклях, о интересных концертах. Я даже специально хочу рубрику назвать на своем канале «Размышления у театрального подъезда». И я буду рассказывать о каких-то вот интересных вещах. Буду рассказывать интересные истории, исторические факты приводить и даже исторические анекдоты. Мне на канале очень интересно, вам захотелось приходить в гости и смотреть мои фильмы. И вы получали большое удовольствие. До встречи, мои дорогие, мои любимые друзья. Пока-пока.